Так. Здрасте. Так, сейчас я стоим. Здрасте, здрасте. Не обращайте внимания на мои волосы. Они живут своей жизнью после того, как я помыла голову. Ну, как бы, мне нечего сказать по этому поводу. А еще я, кажется, переборщила с помадой. Ну, в принципе, я хожу так целый день, поэтому неважно. Чтобы рассказать-то такое интересное... У меня нет ничего интересного. Я хотела пойти на выходных, которые прошли, в кино. Но в итоге я так и не нашла в себе силы выйти из дома в тот день. И я осталась дома. Это, типа, как делать не надо. Хотя я договорилась, забронировала билеты в кино, позвала подругу, но все равно не пошла. Странная хрень. Дождик, а должен был дойти? Да, сегодня не воскресенье, а я в эфире, да? Здравствуйте, здравствуйте. Так просто получилось. Скоро придется. Это почему? Откуда такая уверенность нынче? Ну, не, я типа понимаю, что в Красноярске охренеть как тепло для декабря, но не настолько же, чтобы шел дождь. Ну, я надеюсь, что скорее придет холод, нежели чем дождь. Ну, как бы, типа, это ненормально, что в декабре у нас идет дождь в Сибири. Ну, у нас не идет, как бы, пока еще. Не обращайте внимания, пытаюсь медленно стереть свою помаду, потому что она меня бесит. О, спасибо. Пипец. Кемерово, уходите. Не зовите, пожалуйста, дождь в нашу сторону, я отказываюсь его принимать у себя в Красноярске. Да, сегодня тепло, да, я затопила. Если это кому-то интересно, я 2 часа назад пошла и затопила. Пальмы, ну, на набережной же каждое лето стоят пальмы. Вот, мы уже придвинулись на шаг. Нет, я... Кстати, у меня никогда не получается топить углем. Я топлю всегда дровами. А папа приходит и подбрасывает уголь. Не знаю, типа... Мне не нравится топить углем. Я понимаю, что это что он хранит тепло дольше и все такое, но не знаю. Я как-то не настолько прошаренная в плане растопки. Вот. Бог с ним. Здрасте. А что в Сургуте? Я просто не живу в Сургуте, я там даже ни разу не была. Может быть, вы знаете, а уж вы решили рассказать нам. Это я просто пытаюсь придвинуться ближе. Как бы, да, не обращать внимания на посторонние звуки, просто я двигаюсь. Speak English. Жопу соси, это вообще-то русскоязычный эфир. А что вам не нравится? Мне выйти? Ну, типа, такие странные вопросы. Это просто второй вопрос. Почему я в эфире не в воскресенье? Ну, потому что... Что мне нравится? Я, скорее всего, даже завтра буду снимать. И послезавтра, если повезет. Скорее всего, воскресенья нет, потому что я буду убираться. У нас съехали квартиранты с квартиры родителей, и... Квартирантка, она была одна, и нужно после нее все мыть. А мыть кому? Конечно, мне. Потому что моя мама где? Моя мама в Москве. Убраться у тебя. А что мне за это будет? Папа мне пообещал косарь. Хотя я не просила. Я сказала, что я бесплатно уберусь, но он все равно сказал, что даст мне косарь. Что мне дашь ты? $500? Нет, я не согласна. Это слишком мало. Мне в донатах кидают больше.
кидали когда-то. Бля, больше не кидают. Никто мне больше не донатит. Что, что не так? Хорошее настроение. Ну, ты видишь меня? Я, в принципе, я и так в нормальном настроении. Мне не нужно поднимать настроение, поэтому я откажусь, пожалуй, и убирайся сам. Так себе у тебя эти условия. О, слово забыла. Кого? Я не знаю, почему пьяную девушку легко развести на интим, потому что я не пью. Ну, наверное, потому что у нее помутненное сознание. Поэтому легко. А что, пьяного парня нелегко развести на интим? Встречный вопрос. Ну да, я еще и не врач, в принципе. Зачем нам феминизм? А я что, похожа на феминистку? Или вы этот вопрос задаете просто всем девушкам? Да, наверное, всегда. Я не знаю. Я не могу судить за парней, как бы. А, это парням? Ладно. Базара ноль. Молчу. Мне 18 лет. Саудовская Аравия, почему ты пишешь на русском языке? Ты не такой, мы все не такие, да. Ну, наверное, бывает. Есть же явно парни, которые борются за права женщин в равной степени с женщинами. Так что, скорее всего, есть. А, да, видела этот новый тренд, дьявольские губы. Это, или некоторые называют это губы медузы, что-то такое. Это какой-то пиздец трэшовый. Я не понимаю, зачем так делать. Ну, типа, есть губы, форма губ от природы. Нахуя, просто нахуя. Говорят, девушка много чаще... Блять, что за стереотипные мышления? Вот у меня есть знакомые, которые, мне кажется, вообще об этом не думают. А, ты был в России студент и хочешь...